Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить салат со снытью. Для этого нам понадобится 100 грамм травы сныть, 2 яйца, щепотка соли, 4 столовых ложки оливкового масла. Нарезаем сныть небольшими кусочками. Выкладываем в салатник. Вареные яйца натираем на крупной терке. Добавляем щепотку соли. И добавляем оливковое масло. Все хорошо перемешиваем. Салат со снытью готов. Приятного аппетита!